Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня решил вот снять еще одну часть с вот такой норой. Смотрите, есть нора. Также, ребята, есть у меня классные петарды, поэтому предыдущая серия мне очень понравилась, надеюсь, вам тоже понравилось. Поэтому решил снять еще такое видео. Смотрите, на этот тест у меня будет вот такой Corsair 6. Мощный. Дальше Super Banger от фирмы Furor. Тоже довольно-таки мощная петарда. Есть тоже мощь Big Jumbo Bang Power of Dynamite. Так. Взял фуроровскую вот такую гранатку. Обычно я тестил от Fiery гранатки, но сегодня решил взять вот такую фуроровскую. Посмотрите, как взрывается. Так, есть у нас три Cracking Bow. Так, также, ребята, куча мощных петард вот таких. P1000S, Cobra, Red Bull, Corsair 4, 2 взрыва, Maxi, P200. Так, сразу буду карман убирать, чтобы за ними сюда не бегать. Так, что у нас тут? Есть Corsair 4, еще 4, еще 4, P150, треугольник средний, мышка GM1, FP3 мощь, вот такой Thunder King, ракета VR1. В прошлом видео не очень взорвалась ракета, но эффект был классный. Вот решил еще затестить. Так, и вот такие петарды. Так, это пусть здесь полежит. Давайте начнем с пулеметной ленты. Вот так. Сейчас установлю штатив. И будем бросать туда в нору импровизированную вот такую пулеметную ленту. Так. Зажигалку. Где-то делал зажигалку. Так, сейчас найду зажигалку и начнем. Так, ребята, нашел зажигалку. Ну что, поехали. Вот такая нора. Так, давайте забросим гранатку. Так, фокус. Вот такая гранатка. Поехали, надеюсь, сработает. Фух, ребята, фуроровская граната вообще мощь. Так, давайте затестим вот такой Corsair 4 со свистом. Так, треугольник на очереди. Так, хорошо, что, ребята, на запас всегда есть еще зажигалки. Мощь. Так. Вот так. Наверное, сделаю повыше, чтобы было все хорошо видно. Забахаем здесь Big Jumbo Bang. Фух. Жесткий взрыв. Так. Есть еще Cracking Bow. Туда его.
от Золотого Дракона. Ну уже гори. Мощь. Так. FP3 на очереди. FP3. Жесть. Так, запустим вот такую ракету. Так, в принципе, яма уже завалилась, но ничего, давайте затестим все-таки ракету. Класс. Так, что тут еще такого мощного есть? Корсар 6. Внедряем туда. Дымящая нора. Раз взрывали здесь, давайте довзрываем снег. Смотрите, сколько еще снега осталось. Корсар 4, два взрыва. Так, сейчас еще выберу петарду. Так, на очереди у нас П-150. Вот сюда. Красиво разлетается снег. Так, вон смотрите, сколько там снега. Давайте взрывем супербанкер. Ох, сейчас будет мощь. Класс. Так, на очереди П-200. Смотрите, какая воронка. Это P200 слабее, чем P150. Так, крекинбол. Red Bull. Так, есть Thunder King. Кстати, сейчас посмотрю, осталось ли еще. Нет, остался только Thunder King желтый. Ладно, давайте взорвем. Проверим, как он взрывается. Корсар 4 установим вот такой.
Свистулька на очереди. Вот туда ее поглубже. Да. Третья зажигалка не хочет гореть. Так, сейчас возьму другую. Прогорело, ребят. Так. Есть еще вот такой Корсар 4 дым. Посмотрим, какой тут дым. Розовый дым, отличный. Так, есть петарда Макси. Ох, будет мощь. Отлично. Так, Крэкенбол, давайте здесь. Или нет? Давайте. Вот, в норе уже прошел дымок. Отлично. Так, время запустить вот такой большой альбатрос. Правда, не знаю где, но давайте здесь. На горочке, надеюсь, полетит. Ух, ребята, вот это полетел. Так, давайте его быстренько найдем, чтобы не мусорить. Где-то здесь я видел приземление. Ага, вон он. Здесь препятствие. Смотрите. О, нашел. Вот такой альбатрос. Кому понравился, обязательно напишите в комментарии. Брать такие почаще или нет, покупать вообще, поскольку они без эффекта, но летят очень хорошо. Помню, были какие-то, взрывались там, взлетают и взрываются. Вот это мне больше всего нравились, но что-то не вижу их в продаже. Так, мусор сюда уберем. Так, Корсар 2. Давайте побросаю Корсар 2 в нору, а вы посмотрите взрывы. Так. Вот так установлю штатив. Думаю, вот так будет видно все хорошо. Ну что, поехали. Корсары 2. Так, и давайте 4 сразу. Есть. Так, и остались у нас свистульки, ребята. Давайте несколько штук запустим. Вот здесь со снега. Думаю, будет хорошо все видно. Такая полянка здесь. Вот, думаю... 3 штучки достаточно. Кстати, ребята, кто хочет чисто видео про какие-то ракеты, свистульки, обязательно пишите в комментарии, постараюсь снять. Так, если вам, конечно, это интересно. Ух, высоко полетел. Не ожидал. Так. А вот это ожидал. Не срабатывание. Так, есть, ребята. Что ж, надеюсь, сегодняшний ролик всем понравился. Кому понравился, ставьте лайки. Кому не понравился, дизлайки. Обязательно пишите свое мнение, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика. Чтобы взрывать такого еще в следующий раз.
что покупать, какие петарды, какую пиротехнику, вообще, что вы хотите видеть на моем канале, канала пиротехники, так что обязательно советуйте. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале выходят крутые, интересные видео о пиротехнике, как и здесь. Всем советую зайти и заценить. Также подпишитесь на этот канал, кто еще не подписан. Кто впервые на канале, говорю еще раз, канал о пиротехнике. Здесь очень интересно, различные взрывы, эксперименты. Так что обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Нажимайте на колокол, чтобы не пропустить новые видео. Смотрите здесь также 4 ролика, они тоже очень интересные. Может быть, вы их пропустили или еще не видели. Что, с вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока.